А тем временем у нас наплыв производителей из Омска. Виктор, расскажите, пожалуйста, про вашу компанию, чем вы занимаетесь и что производите? Мы производим снеки более 20 лет. И самый главный наш продукт – это арахис Сибалт. Что еще мы производим? Чипсы, сухарики, смеси. Полный спектр соленых снеков для розницы, для супермаркетов, для пивной розницы, да и всем любителям быстро перекусить. Что ожидаете от данной выставки? Ожидаем как минимум новых контактов, новых встреч, новых, возможно, деловых партнеров. И, собственно, уже несколько таких встреч у нас состоялось. И как у вас успехи? Отлично. Уже договорились о двух крупных проектах. И, собственно, еще не вечер, ждем новых посетителей стенда. Да, сегодня ведь только второй день World Food. Виктор, а скажите, пожалуйста, как вы реализуете вашу продукцию на данный момент? Мы реализуем через сеть дистрибьюторов в разных городах России и зарубежья. У нас даже есть пробные поставки в Германию, также работаем с Китаем. И, собственно, своя команда менеджеров, которая продает на локальном рынке. Виктор, спасибо вам огромное. Надеюсь, вам удастся найти новых партнеров и также найти партнеров для экспорта вашего продукта. Спасибо.